Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В начале января появилась информация, что Microsoft работает над глобальным редизайном операционной системы Windows 10. Это стало известно из вакансии, которую компания опубликовала в интернете, а потом удалила. Из слухов известно, что разработчики хотят полностью переделать меню «Пуск», «Проводник» и другие части интерфейса. При этом они работают не только над внешним видом, но и пользовательским опытом, некоторые вещи будут работать и выглядеть не так, как раньше. Некоторые меню могут полностью переделать, пункты поменять местами или вообще убрать. Первое официальное подтверждение редизайна опубликовала сама Microsoft. Она показала новое оформление панели управления, на ней появится отдельное меню для виджетов. На этой панели можно разместить раздел с погодой, при нажатии на который будет открываться небольшое окно с другими виджетами, там можно разместить новости, курс валют и многое другое. Эту функцию уже могут оценить участники программы предварительной оценки Windows, которые получают все новые функции для тестирования до финального релиза. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.